Можно я про преступный мир объясню? Вот как преступный мир, чем он занимается? Я работал, жил. У меня хата была. Ну, я хату эту заработал своей кровью, своими руками. Ну, хату мне как дали? Короче, барак дали, типа барачного систему. Вот эту барачную систему дали. Ну, там барак на 6 или 8 семей был где-то. Вот так. Вот такой барак был. Я, короче, в этом бараке, когда поселился, а вы знаете, я никогда не знал, что в этом бараке одни преступники, оказываются. Они как бы с места лишения свободы. Они в тюрьмах все побыли. Вот мне в этом бараке и квартиру дали. А я постоянно по командировкам ходил. Да мне, когда работает человек, ему не додел был. Я вот работал, потом раз прихожу, у меня квартира обокрана. Ну,